Рада представити вам нашу лекторку. Наша лекторка знаходиться дуже далеко від нас. Ось це Дар'я Мірошніченка, кандидат біологічних наук, постдокторантка Центру раку і науково-дослідницького інституту, який знаходиться в місті Тампа, Флорида, Сполучені Штати Америки. Сьогодні ми будемо слухати про те, що ж відбувається з раковими клітинами. І в принципі, як до цих процесів можуть дотикатися, да, така наука, як математика. Хоча мені здається, це цілком зрозуміло приблизно, якщо в нас є якісь частинки, вони якимось чином взаємодіють, то без математики тут просто не обійтись. От, а вже сам процес і як це відбувається, ми будемо сьогодні дізнаватися. Ось, мені здається, це буде надзвичайно цікаво, бо зараз мені так от видається, що вся наука це вже на перетині, да, різних наук, і ось дуже, мабуть, цікаво буде дізнатися, да, яким чином відбувається взагалі взаємодія і комунікація між науковцями там з різних галузей. Ось може якісь курйозні моменти, які виникають, наприклад, при такому спілкуванні, бо навіть коли я по собі відчуваю, коли є математик, чистий, да, математик-прикладник. Це абсолютно два різних типа, да, людей з різними там цінностями. Для пересічних людей вони всі математики, да, а всередині там купа конфліктів, непорозумінь. Ось, і ну іноді це просто якісь анекдоти. Я думаю, що може потім під час нашого там спілкування можна буде про такі речі поговорити і згадати. А Володимире, чи ми вже в ефірі, чи ні? І в які так в нас от Фейсбук перспективи? Поміняв настройки трансляції, і от зараз взагалі не зрозуміло, з якого аккаунту воно запуститься. Давай з якогось запускати, а ми спробуй вже на свій власний. Да, а ми вже, якщо що, о, я бачу, що ми вже в Фейсбуці. Тому я таки з дійсної науки пішло. Я не знаю, я бачу тут, що ми в Фейсбуці. Що просто пише, що лайв. А, пішов в лайв уже, да. Угу. Давайте тоді починати. Воно на моєму аккаунті працює. Ладно, зараз я перепущу на сторінку. О, все прекрасно. Тому, Дар'я, вам слово, може зараз трошечки ще раз все ж таки про себе, може якесь інтро, бо я, мабуть, була дуже суха в цьому плані, дуже стисло це все описала. Трошечки про себе і ми розпочинаємо. Так, всім привіт. Дякую за таку можливість. Дякую організатору, що такі івенти організовуєте. Сподіваюсь, буде цікаво. Я буду розмовляти російською мовою, тому що в мене немає багато практики української, і про науку я не читаю українською. Читаю тільки англійською. Але питання, якщо будуть, можна задавати українською, російською або англійською, як вам буде зручно. Мене звати Дар'я Мірошніченка, я закінчила Харківський національний університет імені Каразіна по спеціальності біофізика, яка в Харківському університеті знаходиться на радіофізичному факультеті. Після цього я закончила аспирантуру в Академии наук в Институте молекулярной биологии и генетики в Киеве, уже по молекулярной биологии. Работала там довольно долгое время, и вот уже шестой год я работаю постдоком в раковом центре имени Моффита. И мы занимаемся эволюцией в раке и такими более общими вопросами. Наша группа любит, когда интересно и что-то необычно. Значит, эта работа была выполнена в коллаборации с математиками, поэтому математика есть название. Но прошу прощения, кто заманился сюда на математику. Математика начнется где-то в конце презентации. Вначале будет биология. Так, ну что, мы можем начинать уже, я думаю, да? Хорошо. Так, ми вже в ефірі, вже всі перепостили, вже всі дивляться і чекають.
Сейчас отработаем. Примерно к 2000 годам биологам стало понятно, что рак – это не какое-то единое заболевание, что есть различные генетические предпосылки, различные мутации, различные процессы в этом замешаны, и биологи были как бы в таком смятении и пытались найти какие-то общие универсальные принципы, которые описывают раковые клетки. И впервые в 2000 году вышла статья Вайнберга и Хана, которые впервые затронули эту тему, когда они встретились на конференции в Гавайях и говорили, как мы можем описать, что такое рак. И эта коллаборация вылилась в статью, впервые опубликованную в 2000 году, а в 2011 вышла как бы такая ревизия. Это очень известная схема, которая включает 6 основных особенностей раковых клеток. Первое – то, что раковые клетки постоянно пролиферируют. Они создают, и это они сами создают часто сигналы, на которые откликаются. Значит, второе – они не откликаются на супрессию роста. Третье – у них активная инвазия и метастазирование, они могут покидать место, где они жили до того, и мигрировать, таким образом создают метастазы. Они могут делиться практически бесконечно, у них репликационная immortality, как это, бессмертие. Потом раковые клетки часто индуцируют образование своей системы для подачи им кислорода и необходимых веществ для роста, инициируя рост сосудов внутрь рака. И последнее, они сопротивляются апоптозу, они избегают клеточной смерти. То есть это очень разнообразные функции, и свойства раковых клеток еще в том, что неоднородна эта популяция. Популяция раковых клеток – это набор клеток с различными свойствами, и ученых стало интересовать, что же приводит к этому, почему это возникает. Все начинается из нескольких мутаций в одной клетке. Считается, что клетка для того, чтобы стать злокачественной, должна собрать несколько так называемых драйверных мутаций, и тогда она станет злокачественной и станет в основании этого дерева, станет основателем раковой популяции. Потом она начинает делиться, и так как клетка уже злокачественна, у нее уже есть нарушение, происходят дополнительные мутации, и точно так же, как когда-то все организмы эволюционировали от одного предка, от одной клеточки, похоже, происходит эволюция раковых клеток, раковой популяции. До сих пор есть несколько моделей. Это очень интересует науку сейчас, как происходит, как эти клоны сосуществуют. Есть вот модель, когда сосуществуют все клоны, потом есть модель, когда они начинают, есть несколько, которые дают потом ветки следующие, и вот есть модель, по которой один клон переходит в другой. Почему это важно? Это важно, потому что так как эволюция организмов, раковые клетки, популяция раковых клеток будет подвергнута селекции. В данном случае селекция – это, например, лечение. Когда у вас есть достаточно большая популяция,
вы можете создать такое разнообразие, которое позволит одной клетке иметь такие качества, которые позволят ей проскочить в это бутылочное горлышко, и она избежит смерти и даст начало следующей опухоли. То есть разнообразие в данном случае очень важно для самой возможности избегания смерти. Вот я люблю очень эту картинку, как тикталик уходит на сушу, проскочив через бутылочное горлышко и дав начало всем сухопутным животным. Какие возможности у раковых клеток разнообразиться? Первая возможность – это геномная нестабильность, то есть это большие перестройки генома, что происходит непонятно, клетки быстро делятся, у клеток отсутствуют ограничения, часто мутированные белки, которые отвечают за проверку, все ли проходит правильно при пролиферации, поэтому возможны большие перераспределения хромосомные. Второе – это мутации. Происходят сбои в репликации ДНК, происходят мутации. И третье – это эпигенетические модификации, то есть модификации не самой ДНК, а на ДНКовом уровне. Это изменение экспрессии белков без изменения гена. То есть это три возможных механизма, которые, как считалось, управляют диверсификацией раковой популяции. Тем временем известно, что в норме организмы их основной источник разнообразия – это вообще-то репликация, половая репликация, которая происходит у всех животных, и таким образом развивается разнообразие. И, например, у бактерий есть похожий механизм, который называется parasexual recombination, парасексуальная рекомбинация, я не знаю, да, наверное, есть слово парасексуальное на русском языке. То есть, когда они обмениваются частичным генетическим материалом, таким образом могут передавать, например, гены устойчивости к антибиотикам. У дрожжей есть очень похожий механизм, когда у них возможна половая репликация, когда есть у них два пола, которые диплоидные, потом они сливаются, образуют тетраплоидную клетку, которая потом понижает свою плоидность и опять переходит в двуплоидную популяцию с какими-то новыми свойствами. Но считалось, что эволюция раковых клеток асексуальна, что нет возможности им обмениваться каким-то образом своим генетическим материалом. Были известны статьи до того, что были случаи описаны слияния раковых клеток с нормальными клетками организма, слияние между собой. Обычно статьи эти концентрировались на том, что таким образом раковые клетки приобретали какие-то новые свойства. Они, например, становились более метастазирующими, или они таким образом выживали лекарство какое-то. То есть это не впервые нами описан этот механизм, но в основном было, как бы, это были какие-то разовые случаи. И, конечно же, в пациентах это очень тяжело доказать, потому что непонятно, как доказывать, если клетки все одинаковые генетически, как доказывать то, что они слились. Было известно, что, например, при раке очень много мультиядерных клеток находят, но причины возникновения этих мультиядерных клеток не вполне понятны были. Например, вот здесь это показаны мультиядерные клетки при
при саркомі яичников, а не при карциноме яичников, и это довольно-таки распространенное явление, но причины возникновения этих мультиядерных клеток мы не можем определить на данном этапе. Как же нам поймать слияние клеток между собой? Для этого нужны какие-то маркеры, чтобы доказать, что действительно клетки сливаются. Для этого мы использовали всеми любимый белок GFP, медузы здесь, потому что он из медуз получен изначально, наверное, второй после дрозофилы любимый организм биологов. То есть мы взяли клеточные линии, в данном случае у нас были клеточные линии рака груди, и пометили их разными маркерами. Одни клетки у нас были зеленые, они экспрессировали GFP, другие клетки у нас были красные, они экспрессировали М-черри. И если клетки сливались, то сливание красного и зеленого давало желтый цвет. И поэтому мы просто их посеяли совместно, подождали немного и решили посмотреть, что же дальше будет. Сейчас. Ага, а видео не работает. Кажется. А, нет, вот, запустилось. Смотрим сюда, появляется желтая клетка, они начинают делиться и даже распространяются. Здесь в данном случае это одинаковая линия, покрашенная разными маркерами. МДА-231 – это линия breast cancer, рака груди. Смотрим сюда. Здесь зеленые – это фибробласты. Клетки с красными ядрами – это клетки рака груди, SAMON-59. И опять же мы видим, что появляются клетки с желтыми ядрами, и их довольно-таки много. То есть для нас было неожиданностью, что это довольно-таки высокий процент, который мы могли бы ожидать, что даже в одном поле зрения мы несколько таких гибридов находим. Так. Мы проделали то же самое, например, с клетками из разных клеточных линий, и в данном случае у них подкрашены ядра, то есть белки, флуоресцентные белки, они присоединены к сигналам ядерной локализации, поэтому после экспрессии они направляются в ядро, и такие клетки имеют флуоресцентные ядра, чтобы показать, что действительно это не только слияние цитоплазмы, но ядра тоже сливаются, мы видим желтые ядра. Здесь у нас зеленые, опять же, фибробласты, красные ядра у клеток груди, мы видим желтенькие, и опять вот желтые, слабо видно, желтые ядра у одинаковых клеток. Это все инвитро, это все в культуре. После чего мы задали следующий вопрос, а что же происходит в организме? Мы точно так же взяли две культуры, два разного цвета клеток, ввели их мышам, подождали около месяца, и потом эти опухоли разрезали и покрасили. Здесь, так как при фиксации белки теряют свою флуоресцентность, мы покрасили антителами, соответствующими GFP, M-черри. DAPI – это краситель, который подкрашивает ядро. Значит, и слияние этих полей зрения показывает, что да, не очень хорошо видно, очень тяжело их найти, но тем не менее на конфокальной микроскопии мы видим, что есть клетки, которые в себе несколько маркеров совмещают. То есть это явление можно встретить in vivo. Логичный вопрос, насколько это распространено, насколько это важно, до какой степени сливается, какой процент этих слитых клеток.
И для того, чтобы посчитать, нужны какие-то методы, которые позволяют проанализировать большее количество клеток, не только микроскопия. И мы для этого использовали цитометрию. Это прибор, в котором клетки проходят через узкий капилляр, они разделяются на поштучно, значит, они снимаются с чашки, фильтруются для того, чтобы не было двойных клеток. Они проходят через луч лазера, этот лазер возбуждает флуоресцентные маркеры, и читаются сигналы, и мы знаем, какого цвета какая клетка, какое событие. В качестве контроля мы использовали культуры, как бы, которые только-только смешали перед началом эксперимента. И экспериментальная группа – это клетки, которые росли вместе 3-5 дней. Мы отсортировали эти клетки и в результате считали GFPM через сигнал. И мы видим, что довольно-таки большая популяция клеток, которые и зеленые, и красные. То есть это потенциальные гибриды. Мы проверили достаточно большое количество раковых линий. Все эти линии – это рака груди. В основном использовались гомотипичные, то есть когда клетки разного цвета принадлежали к одной клеточной линии. Но также мы попробовали слить клетки из разных клеточных линий. Мы видим, что да, около 1% иногда достигает этот процент желтых клеток в популяции, однако был довольно-таки высокий бэкграунд. То есть мы видим, что в контролях, которые свежеприготовленные, мы иногда там, очень сложно отличить, что контроль, что эксперимент. И этим методом мы, конечно, можем там, 100 тысяч клеток просмотреть, но мы видим, что есть какая-то технологическая особенность, которая не позволяет нам сделать это более чисто. И для того, чтобы исключить эту проблему, мы использовали, в общем-то, такой же цитометр, но который еще и фотографирует. То есть такой же принцип, клетки проходят через луч лазера разных цветов, и мы имеем изображение каждой клетки, каждого события, точнее сказать. Из-за того, что есть еще картинка, этот метод позволяет сделать более сложные вычисления. Например, мы можем, кроме того, что мы отсортировали, сделали отбор. Дапи здесь выступает в качестве маркера мертвых клеток, то есть мы отбираем только те, которые не покрашены дапи. Мы можем более круглые клетки отобрать из-за того, что у нас есть изображение этих клеток. И мы, кроме того, можем отобрать те клетки, в которых центр зеленой области и центр красной области совпадают или находятся на небольшом расстоянии. И таким образом мы видим, что наши те события, которые мы отобрали, действительно это слияние двух клеток красной и зеленой. Мы можем посмотреть, какие у нас есть ложноположительные события. Например, это те события, которые бы обычная цитометрия бы посчитала как позитивные, но мы видим, что на самом деле это какие-то налипшие частицы, это не настоящее слияние клеток. Так, здесь первый ряд – это два канала совместно, они по вертикали расположены, зеленый, следующий – красный, и Хёкст – это синий краситель, который красит ядра у живых клеток, у всех, в общем-то, клеток. То есть мы видим, что мы таким образом можем отбросить все ложно-позитивные. Значит, кроме того, мы еще можем наблюдать такое явление, как энтозис. Энтозис – это когда одна клетка поглощает другую, то есть это как бы неспецифический фагоцитоз. И было описано это явление именно у раковых клеток. Оно повышается при каких-то тяжелых условиях, например, в
когда глюкоза низкая в среде. И мы видим, что этим медом там прекрасно мы можем отделить настоящее слияние от энтозиса. Если мы можем... Энтоз, наверное, по-русски. То есть мы можем совершенно четко посчитать, что из наших положительных клеток у нас там какой-то определенный процент это будет настоящий, слияние, какой-то процент будет энтоз и какие-то ложноположительные отброшены. И таким образом предыдущий график мы можем перестроить на настоящие фьюжены и увидеть, что да, негативный контроль у нас ноль, и вот это процент клеток, которые положительные из популяции всех флуоресцентных клеток. Кроме того, этот метод позволяет нам показать, что диаметры у этих клеток разные, то есть желтые клетки немножко больше. Здесь использованы зеленые клетки из разных клеточных линий, они немножко действительно отличаются по размеру. МДА-клетки чуть-чуть больше. И мы видим, что наши все позитивные клетки действительно чуть-чуть большего размера. То есть это хороший метод, который показывает, что действительно то, что мы показываем, действительно происходит, это происходит слияние клеток. Следующий вопрос. Ну, хорошо, мы показали, да, клетки сливаются. Ну, а что дальше? Что дальше-то с ними происходит? Насколько это важно? Они вообще выживут или что с ними дальше произойдет? И поэтому мы, чтобы показать, что эти клетки могут жить дальше, мы использовали такую систему. Кроме того, что они зеленые или красные, каждый вектор, который мы использовали для трансформации клеток, нес ген резистентности к определенному антибиотику. То есть наши красные и зеленые клетки должны были выжить в разных антибиотиках. Мы сеяли их вместе, ждали несколько дней, ждали, когда произойдет это слияние между собой. И потом мы начинали добавлять оба антибиотика. И получается, что они убивали те клетки, у которых только к одному из антибиотиков резистентность, а те клетки, которые были слиты, те оставались в культуре и начинали расти. Таким образом, можно было посчитать, так как это был очень маленький процент, это был довольно-таки трудоемкий процесс, нужно было все контроли посеять, например, то есть это процент не от общего процента, а от процента тех клеток, которые в принципе колонии образовывают в условиях двух антибиотиков. То есть мы показали, что да, что-то выживает, какие-то колонии есть. То есть мы посмотрели на них под микроскопом, вот интересные были тут моменты. Иногда вот эта вот колония клеток, которая пошла из одной клетки, которая была гибридом, но мы видим, что эта колония потеряла цвет в одном из секторов, то есть клетки перестали экспрессировать зеленый цвет. Да, они все потомки одного родителя, точнее сказать, двух родителей одного гибрида, но тем не менее они все разные. Кроме того, вот эти вот колонии, это колонии на одной чашке растущие. Мы видим, что они даже фенотипически отличались друг от друга. Одни были мелкие, другие крупные, иногда ядра какой-то формы были особенные. Здесь точно так же произошло, это не так явно, конечно, как в этой. Здесь точно так же произошла потеря зеленого цвета. Кроме того, мы смогли высеять такие желтые клетки из клеток, которые экс-виво выращивались, из опухолей экс-виво. Это было сложнее, потому что больше клеток как-то все... У них очень быстро они, если сильно они зарастают, то тяжело антибиотиками убить. Но тем не менее мы видели, что довольно-таки много выживает желтых клеток. Окей, то есть клетки растут.
Следующий вопрос. А есть ли у них какие-то новые свойства? Они растут и что, и что? Они такие, как родители, или что-то в них меняется? Для этого мы такую систему используем. Точно так же мы получали гибридные клетки, мы их, то есть мы растили, их убивали все родительские, это был первый пассаж, потом их растили несколько раз, пересевали, доходили до нескольких пассажей, это пассаж буквой П обозначается. То есть пятый пассаж, например, это значит, что клетки прошли через пять чашек, они дорастают до стопроцентной конфлюентности, и мы их пересеваем, и так в следующий раз. И каждый раз, когда мы их пересевали, мы считали количество клеток и как быстро они растут. И таким образом можно было вычислить, какие же у них, какая у них коэффициент роста. И мы увидели, что в начале, когда клетки только-только прошли этот путь слияния, это новое потомство, они замедляли рост по сравнению с родителями. Иногда это еще дольше было. Но потом очень часто, не во всех случаях, конечно, но очень часто эти клетки, чем дальше мы их растили, тем быстрее они начинали расти. И, например, в этом случае гибрид этих двух клеток рос быстрее, чем его родители. Следующий этап – посмотреть, хорошо, они очень быстро растут. Что еще они умеют делать? И стандартный эксперимент для этого – это посмотреть на их инвазивность, на их способность к метастазированию. Клетки сеются в бедную среду, это среда с пониженным количеством сыворотки. И сеются они на мембрану с определенным размером пор. Если я правильно помню, это около 8 микронов. То есть эта пора меньше, чем клеточный диаметр. Значит, а внизу нормальная вкусная среда. И те клетки, которые способны мигрировать, то есть их свойства такие, что они могут просочиться через эти поры, они прорастают на обратную сторону, после чего эти мембраны собираются, красятся, и считается, какая площадь покрыта этими клетками с обратной стороны. И мы видим, что родительские клетки проникали, конечно, но это не такое большое количество было, а гибриды все больше и больше, и к десятому пассажу, например, мы получили супергибрид, который был суперинвазивным и зарос с обратной стороны мембраны. Это можно было посчитать все и показать статистически, что это значимый результат. Это все инвитро. Что же касается инвиво, то стандартный эксперимент для изучения инвазивности клеток – это когда клетки колятся в хвостовую вену мыши, они попадают в кровоток, они фильтруются легкими, и в зависимости от того, насколько они инвазивны, они остаются жить в легких, или они могут создавать какие-то метастазы по всему телу. И чтобы зафиксировать, где клетки растут, эти клетки экспрессируют люциферазу, и поэтому, когда мыши вводится люциферин, происходит реакция, и этот сигнал люминесцентный можно померить специальным прибором. То есть Мы кололи мышам родительские клетки, клеточные линии, и кололи гибрид. Показан в первый день, что все клетки отфильтровались в легких. Значит, и дальше, примерно через месяц, мы посмотрели, какой сигнал в легких. Собрали эти легкие, покрасили и видели такую картину. SAM-159 клетки образовывали мелкие метастазы, они не были видны на их люминесценция была довольно-таки слабая, но если покрасить на гистологических срезах, видно, что мелкие метастазы там все-таки были.
MCF-DCIS клетки образовывали достаточно много метастаз, но они были меньшего размера. И их гибриды MCF-759, хоть у них был меньше сигнал, возможно, они, кстати, потеряли сигнал люциферазы, как мы видели, они способны перераспределять свой геном. Но эти клетки росли быстро, что, в общем-то, логично, потому что мы видели, что у них они быстрее растут инвитро тоже. Это все можно было посчитать, размер этих метастаз в легких, и мы показали, что это значительная разница. Эти клетки растут быстро. Потом интересный момент, что для гистологии мы использовали только одно легкое, второе легкое мы сохраняли, и потом эти клетки немножко мы растили в культуре и проверяли ДНК-состав и делали СНП-РЭ, о чем позже, запомните этот твит, как говорится. Так, окей, клетки интересные, отличаются от родительских. Что дальше? Что же происходит? Мы решили посмотреть, а можем ли мы как-то показать, что вот действительно вот были клетки околодиплоидные, и потом мы их слили, и они стали тетраплоидные. Это первый вопрос. Действительно ли это происходит? Может, это просто экзосомы обмениваются или что-нибудь в этом роде? Мы провели стандартный эксперимент и растили в культуре, убили всех, кто не гибрид. И в данном случае мы потом еще эту колонию, то есть эту популяцию клеток рассеяли, получили колонии, которые происходят из одной клетки, и получили таким образом разные клоны из этой популяции. Потом клетки фиксируются, и они красятся пропидиум, едидом пропидия, который соединяется с ДНК и в красном спектре светится. И здесь мы видим, что мы можем считать интенсивность сигнала. Значит, то есть у нас все клетки, то есть мы строим интенсивность сигнала и количество клеток, это гистограмма. Первый пик – это клетки диплоидные, в каждой популяции большинство клеток, в которых не происходит никакое деление, это G1 фаза, так называемая. Вот этот поменьше пик – это те клетки, в которых произошла репликация ДНК, но они еще не разделились. Это фаза G2. То есть это клетки с удвоенным набором хромосом. Родители немножко отличаются между собой, потому что, как мы знаем, раковые клетки – это неуплодные клетки, они не диплоидные. То есть очень часто они были тетраплоидные, например. То есть это не всегда диплоидные клетки. И это такой же пик на гибриде. Если эти все пики совместить, мы видим, что наша фаза G1 у гибридных клеток – это выше, чем у обоих родителей, и даже, например, выше, чем G2 фаза одного из родителей. Таким образом, мы показываем, что у этих клеток повышенное содержание ДНК по сравнению с родителями. Потом мы проверили, что же происходит, если мы их растим дальше, что происходит с этой популяцией. Мы показываем, что в данном случае для этих гибридов, например, третий пассаж был пик такого размера, а потом он сместился дальше, стал между двумя родителями, почти, ну, один из них. Если посмотреть на отдельные клоны, то мы также видим, что они отличаются между собой, что у этих клонов разное количество ДНК. Как же это проверить? Тут нам на помощь приходит анализ Single Nuclear Polymorphism, это единичные нуклеотиды, которые последовательность ДНК известна, и найдены те фрагменты, где у людей встречаются разные замены. Там у кого-то буква А, у кого-то буква G,
І це все давно описано, і це все можна посчитати. В нормі у чоловіка дві хромосоми, в определенному місці буде якась стоять буква. Значить, ми відбрали тільки ті, які були гомологічні, тобто, в які мали в обох хромосомах одну і ту же букву. А є два варіанти в цьому аналізі. Значит, мы отбирали только те, которые гомологичны и разные в двух родителях. То есть, например, в одном будет ЖЖ, в другом будет АА. И это будут те фрагменты, которыми мы будем считать. Потом каждому родителю, как бы каждый вот этот как бы отпечаток, как отпечаток пальца, каждому родителю присуждался код какой-то, то есть вот набор именно этих полиморфизмов присущий для одного родителя получал один код, желтый, присущий для другого родителя получал фиолетовый. И мы смотрели, что же происходит у гибридов. Если происходили, если это было, была гибридизация и оба аллеля присутствовали, то есть они были гетеротипные, то это окрашивался в бирюзовый цвет. Значит, и, но происходили такие случаи, когда изначально из гетеротипного аллеля все равно оставался один из родительских. И это можно было построить прям похромосомно. То есть, например, для этого гибрида, то есть у нас есть три гибрида, каждый ряд – это разный клон. И построены все, выровнены все эти полиморфизмы для первой хромосомы, начиная от начала до конца. И они все между собой выровнены, и мы смотрим, насколько они отличаются. Мы видим, что в основном, конечно, это они сохраняют аллели, присущие для обоих родителей, но в каких-то моментах мы видим, что один из родителей преобладает. В данном случае здесь это МДА. Значит, но, например, в хромосоме 10 для гибрида B4 мы видим, что преобладал аллель другого родителя, и они между собой отличаются. Мы прогнали таким образом несколько гибридов, и мы видим, что, да, есть какие-то тенденции одинаковые для хромосом, но есть какие-то клоны, которые вообще не похожи, и что действительно происходит слияние, и потом какое-то перераспределение. Часть генома они теряют, как мы видим, так как у них изменяется количество ДНК, уменьшается. То есть происходит какое-то перераспределение геномное. Это можно было посчитать в процентах, сколько чего осталось, какие смешанные, где какой родитель больше преобладает. И, конечно же, в этом анализе, так как у нас энеуплоидные клетки, то есть у них разное количество хромосом изначально, количество хромосом в каждом родителе будет влиять на то, как развивается это все у гибридов. То есть мы еще сделали анализ количества копий для каждого гибрида и родителей, показали, что да, например, там есть в этой клетке вот красные повышенные, больше копий, чем две, и поэтому у гибридов, например, тоже преобладает вот фиолетовый этот родитель. Но это было неоднозначное, то есть невозможно было сказать, что ой, все, здесь там 7 хромосом, значит, точно будет больше. В некоторых местах происходили какие-то перераспределения, которые невозможно было объяснить большим количеством копий. То есть наша рабочая гипотеза, что есть раковые клетки, у них есть разное количество хромосом, свой какой-то набор мутаций, они сливаются, они проходят циклы деления, у них происходит потеря ДНК, и потомство одной гибридной клетки становится более разнообразным.
кто-то какой-то один кусок одного родителя получает, кто-то другой. И таким образом происходит диверсификация. Вот хороший пример, красивые разноцветные котики. Правда, это значит, что я раковые клетки с котиками сравнила, но ничего. Ой. То есть происходит диверсификация этой популяции. Как еще можно посмотреть на диверсификацию популяции? Один из методов – это секвенирование РНК в каждой отдельной клетке. Коротко расскажу, как это все происходит. То есть у нас есть суспензия клеток, она проходит через капилляр и образуются пузырьки, каждый пузырек должен заключить одну клетку и один, в общем, это такие зернышки со штрих-кодом, так называемым. То есть это последовательность РНК, которую можно потом идентифицировать. То есть у нас каждая клетка, которая будет с определенным, например, там, с синеньким этим зернышком, все РНК, считываемая с этой клетки, из этой клетки, будет помечена каким-то определенным штрих-кодом. Потом происходит обратная транскрипция, и потом все образовывающиеся фрагменты секвенируются, и их потом можно разделить, кто из какой клетки куда принадлежит. То есть это довольно-таки сложная технология. У нас в центре все вплоть до секвенирования делают. Значит, там ограниченное количество по размеру этого образца, примерно 10 тысяч клеток можно прогнать. У нас было 4 образца вместе. Значит, что мы прогнали? Мы прогнали родителя 1, родителя 2, потом пассаж 2, свеженький, и 10-й пассаж. Значит, в результате мы получаем огромную матрицу, которая собирает экспрессию генов для каждой клетки в образце. Получается, что у нас есть огромное, там, сколько, 20, условные 20 тысяч строчек для каждого гена на клетку, но все это можно обработать математически и свернуть всю эту экспрессию генов в две координаты, которые будут отображать, насколько связаны между собой каждая клетка. То есть каждая точка на этом графике – это клетка, у которой есть какие-то характеристики, полученные, какие-то координаты, полученные из экспрессии ее генов. Что мы смотрим? Здесь у нас, например, каждая клетка покрашена в зависимости от того, к какому образцу она принадлежит. И мы видим, что родитель 1 действительно это что-то отдельное, родитель 2, кто он там, фиолетовый, это отдельное, очень похож на него гибрид, ранний гибрид. Но гибрид, который уже прошел 10 пассажей, это тоже отдельная популяция. То есть их экспрессия клеток этого гибрида уже это что-то отличающееся от обоих родителей. Кроме того, мы видим интересный момент, что вот этот вот ранний гибрид, то есть у него есть какая-то часть клеток, которая еще похожа на родителя 1, но уже есть часть клеток, которая похожа на более позднего гибрида. То есть происходит это распределение, точно сказать невозможно, конечно, но мы видим, что это не то же самое, это не просто там, что-то, просто распределение между двумя родителями, например. Это создание какого-то третьего типа. Потом внутри каждого образца клетки можно еще кластерировать по тому, что они экспрессируют. И каждый образец будет иметь разное количество этих кластеров. То есть ну, здесь сливаются цвета, ну, примерно там 3 гибрида в одном. То есть это значит, под типов родителя 1, например, там 3, родителя 2, условно говоря, 4. А
Больше всего таких кластеров у нас было в более раннем гибриде. И эти, на самом деле, эти цифры можно использовать для построения метрики диверсификации. И тут начинается математика, ура! То есть мы использовали такие индексы. Первый – это, я упрощенно говорю, я деталей, наверное, не смогу объяснить вкратце. Есть индекс, в котором важно, сколько кластеров в каждом образце. Есть индекс, в котором важно, как в самом образце распределяются все индивидуальные его члены, как у них, насколько разная у них экспрессия. И что мы видим, что в зависимости, то есть индексы разные, но мы видим, что ранний гибрид выделяется из них из всех, что у него его диверсификация выше, чем в обоих родителей, и выше, чем в гибриде более позднем. И мы можем сказать об этом по-другому. Более поздний гибрид становится более равномерным, более распределено равномерная экспрессия генов в этом гибриде, а ранний гибрид – это что-то еще непонятное, что там происходит, кто в одну сторону, кто в другую. Кроме того, мы могли посчитать Джини-коэффициент. Это коэффициент неравномерности экспрессии генов. Опять же, мы видим, что интересно получается, что вот, то есть у нас, да, разные кластеры, но, например, чем выше, чем ближе к единице, тем более неравномерна эта экспрессия. То есть мы видим, что в 10-м гибриде на самом-то деле экспрессия тоже, то есть у него есть какие-то кластеры, которые, где клетки экспрессируют разный набор генов или разные экспрессии. То есть происходит такое распределение этой популяции, и популяция гибридов – это не что-то одинаковое, которое имеет свойства просто совместные двух родителей, это что-то, какой-то третий вид. Или даже не третий, а еще больше видов, полученные из одного. Как же мы можем это использовать? У нас в центре есть отдел математиков, который очень успешно работает с онкологами для того, чтобы моделировать то, что невозможно проверить экспериментально. То есть это любимая цитата математика: «Все модели неправильны, но сам некоторые полезны». То есть мы решили смоделировать, как наличие такой небольшой популяции гибридных клеток повлияет на всю популяцию раковых клеток в долгосрочной перспективе. Конечно же, это невозможно проверить, на пациентах, потому что невозможно зафиксировать в клинике, доказать, что это были фьюжены, что это было слияние клеток. Это невозможно проверить на мышах, потому что по этическим причинам мы не можем их долго растить. Но это можно проверить инсилико. Первый момент, для чего мы использовали моделирование, это мы посчитали, какие же на самом деле fusion rates, то есть какой процент клеток сливается. Потому что желтые клетки – это на самом деле фьюжн, гибрид между красной и зеленой. Но на самом деле есть еще гибриды между красной и красной, зеленой, которые мы не можем просто зафиксировать. И поэтому в зависимости от того, какая кривая роста у каждой клеток, были посчитаны, какой процент клеток сливается в популяции на самом деле, имея какие-то зафиксированные нами только желтую его часть. Значит, это было посчитано для инвитро,
И это было посчитано для инвиво. Особенность инвиво в том, что эти клетки намного дольше растут. То есть за этот месяц, что растут клетки, там на самом деле происходит большое разделение между ними. То есть и флуктуации влияют на все эти показатели. И в результате отсюда извлекли такой параметр, как количество как бы гибридов, количество слияний на каждое клеточное деление. Значит, потом была построена такая модель. Каждая клетка – это была точечка, у которой был набор генов. Значит, ген без мутации – это ноль. Как только происходила мутация, появлялась единичка. И эти клетки могли либо делиться с какой-то вероятностью, либо могли сливаться с какой-то вероятностью, и вот эта вероятность, это получено в предыдущих результатах. Значит, и в результате мы как бы прогнали много поколений этих клеток и показали, что действительно, если есть возможность фьюжена, то разнообразие этой популяции происходит намного быстрее, чем когда единственный механизм разнообразия – это мутация. Это было показано для различных коэффициентов мутации и слияния, для различного размера популяций. Здесь, например, было изучено, как изменение слияния между собой коэффициентов и мутации влияют на это все, то есть при каких-то параметрах это не важно, при каких-то это становится важнее. Кроме того, было показано, как происходит распределение клонов между собой, то есть здесь каждый цвет – это отдельный клон. Если при мутации, значит, происходит одно распределение, то если они еще могут сливаться между собой, это намного больше разнообразно, мы видим больше полосочек, больше клонов. И для этих, вот для последней точки этих двух экспериментов были посчитаны точно так же эти коэффициенты диверсификации. Покажу еще видео, как это все происходило. То есть здесь каждая точка – это клетка, они растут. Вы видите, желтенькие сливаются, потому что мы должны в теоретических условиях клетки неравномерные. Это должно было учитано в теоретических экспериментах. Они растут, они занимают определенное пространство, поэтому эти фиксированные желтые клетки могут быть только на границах зеленого и красного. Как это происходит в эксперименте, мы можем тоже сейчас увидеть примерно вот так. То есть мы видим, что довольно-таки это все похоже. Кроме того, было посчитано, как будет отличаться эта диверсификация в популяции, если мы имеем дело с объемом. Потому что, естественно, когда это 3D, больше соседей, больше возможностей слиться. И действительно показали, что если еще мы учитываем это все не только на плоскости, а в объеме, еще больше происходит диверсификация популяции, то есть популяция становится более неравномерной, быстрее и больше клонов. И почему это важно? Потому что фактически мы создаем, есть такое понятие Waddington Landscape, то есть это такая метафора, которая описывает, как self-fitness, это что у нас по-русски, как бы насколько приспособлена клетка, приспособляемость в данных условиях важна, и как какая-то клетка может попасть в такую нишу, где для нее будут идеальные условия, она достигла какого-то равновесия, значит, и, например, это будет ее пиком ее фитнеса, скажем так.
Но здесь как бы набор, здесь пик, это то, что здесь долина. И, например, в определенных условиях там зеленые и красные клетки плюс чувствуют себя нормально, они на пике своего фитнеса в этих условиях. Но условия могут поменяться. И в данных условиях, например, когда мы начали их применять какое-то лекарство, то в этих условиях этот баланс уже не является оптимальным. И эти клетки исчезают. Но представим, что у нас есть большое-большое разнообразие, что вся эта поверхность у нас покрыта клетками. И поэтому в нынешних условиях, в новых, какая-то клетка вполне может оказаться на пике своего фитнеса в этих условиях и дать начало следующей популяции раковых клеток. И таким образом избежать лечения. Ну, основные моменты, которые хотелось бы отметить, это то, что спонтанные гибриды происходят в популяции раковых клеток довольно-таки часто, что гибриды объединяют родительские геномы, а потом их перераспределяют, и часть теряют или избавляются от нее, что происходит фенотипическая диверсификация популяции раковых клеток, и что, несмотря на то, что это довольно-таки редкое событие, в долгосрочной перспективе или при определенных условиях этого достаточно для того, чтобы изменить популяцию клеток и изменить ход лечения, например. И я хотела бы отметить всех авторов этой работы. Это была коллаборация между математиками и биологами. Главные авторы работы — это Давид Басант и Андрей Марусик, которые отвечали за все. И читайте нашу публикацию. Мы были на обложке Nature Ecology and Evolution. И всем спасибо за внимание. Надеюсь, было не очень скучно. Спасибо, Дарья. Давайте тогда, может быть, если есть вопросы, то я предлагаю просто включать микрофон, нас немного, и вопросы ваши задавать. У меня есть, в принципе, парочку. Давайте. Начнем. У меня тоже есть, но мы давай. У меня, если что, математический саплимент открыт на компьютере. Ну, я, если честно, офигеваю, насколько это все сложно и сколько методов здесь применяется. Особенно я была в восторге услышать про RNA-сек. Просто вот, ах. Ну, ладно, мне простой вопрос. 13 тысяч долларов. Один. Невозможно просто. Когда вводили клетки в хвостовую вену мышам, почему накапливаются клетки в легких? Я не очень могу понять. А потому что они же вводятся в вену, то есть они фильтруются, кровь фильтруется в легкие. То есть через малый круг они сразу да. Да, а там, да, надо в правильную вену ввести, не в любую. Ну да. Да-да-да. Да, это такое, ну, как бы можно было... Два метода есть. Есть в хвостах, да, они фильтруются в легких. А можно в сердце колоть? Uh-huh. Мы тоже такое делали. Но что-то им не очень нравится как-то. Мыши не очень любят, когда им сердце колят раковые клетки почему-то. И не все выживают эту процедуру. Но, в принципе, после сердца оно вообще тогда по всему организму разносится. Uh-huh. И тогда можно смотреть. Но у нас как-то что-то померло из группы больше, чем надо, и поэтому не с чем было сравнивать. Но, в принципе, такое тоже возможно. Но это, наверное, удобнее, если они оседают в какой-то определенной ткани. А не да, но если мы изучаем метастазы, то нам не надо, чтобы они оседали. Ну, в смысле, нам надо, чтобы у них была возможность распространиться по всему телу, а не сразу отфильтроваться в легких. Поэтому сердце, конечно же, более логичный, но более такой... ёмкий эксперимент. Вот.
Вообще, это безумно классно, когда математика спасает жизни мышей. Я вот для себя это отметила, как математическое моделирование действительно может сохранить жизнь этим маленьким существам. Вот вы так хладнокровно рассуждаете о том, куда там этим бедным мышкам колоть в хвост, в сердце. А действительно, у меня вот такой вот вопрос, то есть насколько моделирование сможет, то есть насколько оно сможет подменять, насколько как бы вот в будущем, условно, может ли моделирование заменить полностью, то есть мы сделаем какие-то, ну, или, условно говоря, кардинально уменьшить количество вот этих мышек, я понимаю, что все равно должны быть правильно какие-то эксперименты, да, вот для полностью сравнения. Заменить, конечно, невозможно, потому что это всегда будет какая-то, ну, то есть невозможно предугадать, там иногда ты ожидаешь одного результата, и вроде бы все просто и просто, а у них там, я не знаю, опухоли разного размера или что-нибудь такое. То есть индивидуальные особенности – это индивидуальные особенности. Математика может, конечно, их смоделировать тоже, но мы все равно должны базироваться на каких-то экспериментах. Но вот в принципе довольно-таки много моделируют сейчас. У нас такие разные модели, в том числе там какие-то, ну, известная такая тема у нас популярная, это когда моделируют, нужно ли, как человеку формировать лечение, то есть в какой последовательности, как, ну, у них были клинические исследования, адаптивная терапия, когда есть рак простаты, метастазирующий, и, в общем-то, пациентов как бы, ну, примерно путь один, значит, и у них как метрика это в крови измеряют PSA, это как бы метрика ответа на лечение. И они подбирали так, подбирали лечение, не максимальную дозу давали, которую обычно дают, а они подбирали настолько как бы достаточную для того, чтобы был ответ. Или там на том же уровне. И это можно промоделировать для каждого конкретного пациента. Они прям, у них такой график. Раз-раз, они точки экспериментальные. Опа, кривая идет в одну сторону. Ну, то есть, значит, моделирование нет. Посмотрела, то есть там уравнение в обыкновенные дифуры системы, то есть, в общем-то, тут не надо считать там сутками, годами, то есть это моделирование, вот оно производится, в принципе, достаточно быстро. Ну, смотря что, там, если как бы, если у нас вот это agent-based model популяции клеток, то популяция растет, и у него емкость увеличивается, потому что считается, каждая клетка, они же не дохнут. То есть там есть какая-то, то есть иногда считается неделя, например. Вот цветные, фиолетовые, это довольно-таки долго считалось, потому что надо как бы отслеживать каждую историю каждого клона. Это все очень затратно, системно. Но вот такие простые штуки, там, построить кривую роста и там на нее фитить какие-то точки вполне, да. Довольно-таки много это делается, вот на пациентов в том числе. Это вообще супер, конечно. Я вот первый раз слышу, я восхищена. Но просто я занимаюсь тоже мат-моделированием, да, о таких совершенно интересных применениях мат-моделирования я слышу впервые. А Моффет этим известен тем, что вот там большой отдел математиков, которые, ну, они, конечно, часто биологию там лучше биологов некоторых знают, то есть они, потому что они работают постоянно с биологами, но там люди, у которых, в принципе, нет биологического образования, там физики, какие-то computer science, и они вот очень тесно сотрудничают и с биологами, и с врачами, и сейчас вся эта иммунная терапия, все это высчитывается, там проводятся воркшопы, между прочим, у них. Математики, приезжайте, подавайтесь. Классно. Это супер. А вот там были графики, да, моделирования этих частичек. Ну, это такое вот качественное сравнение, а количественное. То есть производится, то есть вот валидация моделей, она как-то, ну, вот какие-то графики, они сравниваются, накладываются. Ну, здесь мы не можем, потому что это все теория, это все как бы популяция, вот он размер, мы можем только предоставить данные для параметризации.
Вот, потому что это размер популяции, ну, сложно тут действительно предположить, но, в принципе, довольно-таки много, ну, вот, например, сейчас у нас один из проектов, где мы изучаем как строма, то есть, ну, основной компонент – это фибробласты в опухоли, то есть это как бы структурный компонент опухоли, не злокачественный, влияет на рост клеток, и... Это тоже довольно-таки сложно, потому что очень индивидуально. Мы пока что получаем данные для параметризации системы на мышах, но потом мы собираемся экспериментально проверить, как предсказания модели вписываются в реальную картину. То есть это все делается, смотря от того, какая модель. Ну, все модели неправильные, мы уже услышали сегодня. Тут уже что ни возьми, все будет неправильно. Но да. С помощью каких-то можно и статью в Nature написать. Так что я думаю, что можно найти пользу в каких-то моделях, потому что статья в Nature – это да. Давайте еще, вот, может быть, потому что мы немного забили весь эфир, возможно, есть у вас вопросы, друзья, которые вот здесь слушали это все, может быть, есть... какие-то интересные вопросы, что-то хотелось бы узнать. Вот. Смотрю, как-то все затихли, по-моему. Ну вот, но часть содержательная достаточно сложная. То есть я ничего не понимала. Я себе это пыталась все представить. Вот, то есть оно, ну, то есть я думаю, что очень интересно это людям, которые вот варятся в этой теме. Ну, я старалась методы как-то немножко расписать подробнее там. Нет, ну... Надеюсь, кто-то что-то поймет. Тем, кому надо, те точно поймут. Я думаю, тут вопросов не будет. А вот тогда такой вопрос, пока все там молчат. Вот действительно возникают ли какие-то интересные моменты, когда у вас происходит общение между биологами, математиками? То есть вот насколько это сложно или легко? Вот просто может быть два таких ответа и пояснение. Там, да вообще никаких проблем, все супер. Или, о боже, это такой ужас. Они вообще ничего не понимают. Ну, то есть как это? Я уже не помню, что именно это было, но я помню, что ну, началось это с чего? Значит, дискуссия, в которой участвуют 4 человека. Значит, я, мой PI Андрей, значит, и 2 математика. PI, математический PI Дэвид и его постдок Этьен. И вот мы, значит, там говорим, вот, клетки растут, то-то происходит. Значит, все там, да, ну все прекрасно. Мы встречаемся в следующий раз и обнаруживаем, что они нас прямо противоположно поняли. Абсолютно, полностью противоположно. Мы им опять это повторяем и такие еще выходим потом из комнаты, такие друг на друга глянем. Типа, как это можно было понять по-другому? Ну вот, тем не менее. То есть у них, ну, конечно, все люди разные, но бывают такие какие-то моменты, которые... Ну, для них же это, в общем-то, ничего не говорит. Подумаешь, там мыши какие-то, что-то кто-то растет там. Подумаешь, объем опухоли, я не знаю, там 5 квадратных сантиметров. Типа. Просто порядок перепутали. Ну, цифра, да, а биолог понимает, нет, невозможно. Вот. Поэтому вот какие-то такие, да. Нет. Ну, то есть, ну, получается, вообще... как и везде, вот такие это нюансы, да. Каждый в своем мире, вот, и вот эта адаптация, да, она происходит достаточно. Ну, и вообще с математиками просто. Интересно, у них семинар, вот я очень жду, когда у нас разрешат опять семинары уже нормальные, не по Зуму, у них там такая очень креативная атмосфера, у них такая большая есть комната, коллабораториум называется, где... 3 стены – это доски для мела. Одна – это так, как бы матовое стекло, на котором тоже можно писать. И всякие там диванчики, столики и кофе безразмерно. Вот. И можно там сидеть, обсуждать какие-то идеи свои, толкать. Там заходишь, там всегда описано все какими-то, в общем, бывают всякие очень смешные моменты. Вот. Ну, короче говоря, да. Это весело. Ну, да. Кофе – это главный бензин для новых теорем.
Это да. Они умеют. Математики — это машины, которые перерабатывают кофе, да, в теоремы. Так что без кофе, как бы, они вообще... А мелочки еще, знаете, у них там есть мелочки знаменитые японские, которые они там все любят, за которые, за эти мелочки они там душу готовы продать. Не слышали такой истории? А перемыли кости всем математикам, вот так вот, собрались биологини и перемыли кости всем, пока никто не слышит. Мелочки хорошие, я подтверждаю. Хорошо, тогда, если вопросов нет, вот, тогда я думаю, что прекрасный вечер, прекрасная лекция. Мы выложим ее на YouTube-канале, можно будет ее... Спасибо. Если у кого вопросы, пишите отдельно. Да, я думаю, что если сейчас, возможно, вопросов нет, то они появятся, да, и связывайтесь с Дарьей. Mm-hmm. Только помните, что у нас сколько, какая разница во времени? 7 часов. 7 часов. Вот об этом нужно помнить. Хорошо, да. Тогда спасибо, всем Дарья, пока. Огромное. Вам успехов и побольше еще статей в Nature. Да, спасибо. А я вот буду присылать объявление о воркшопе, чтобы математиков побольше в биологию заманить. А, хорошо. То есть вот на сайт, на страничку Дисней науки, а мы будем шарить это вот, ну, вот по каналу. То есть кидайте просто на нашу страничку. Ну, а у них там, там в основном они там сотрудничают. Ну, а почему бы нет? Вдруг кто-то у нас проникнет. Договорились. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо. Прекрасного вам дня. Да, и вам спасибо. Пока.